Почему? Потому что краски, которые он использовал, они стоили очень дорого. Это английская краска. Не каждый художник было доступно покупать его. Здесь в Тбилиси она не продавалась. Надо было дать заказ, что привозили с Англии. Он платил, наверное, не знаю какую цену, бешеную тогдашним меркам цену, чтобы иметь такую краску. Только этими красками и рисовал. Других красок он просто не использовал ни разу. Часто употреблял сам фон. Вот, например, черный цвет никогда не наносил краской. Он всегда использовал тот материал, на котором он рисовал. Часто использовал он, знаете что, вот эти, Сажа? Не сажа. Сажу тоже использовали, но знаете что, как она называется?